Да, утром был, кажется. Обязательно еще не хочется, волнуйся. Ой, не говори. Почему мы еще так встали рано? Не знаю, я вообще спать хочу еще. Ну, давай ничего делать не будем. Давай. Ну, давай. Эй, ребята, не пошутили. Обмеридай, с утра сегодня воскресенье, хочешь верь или не верь, так ты устройся поудобнее и закрой плотнее дверь. И как обычно на премьере по воскресным по утрам, а передача в мире Дэнди прямо в дом приходит вам. А ты послушай Боба-Лука и смотри во все глаза, а ты узнаешь очень много меньше, чем за полчаса. А нам в создании передачи помогает магазин. Он называется Дом Дэнди, в нашем мире он один. А в мире Дэнди, а в мире Дэнди, в мире Дэнди, в мире Дэнди. А в мире Дэнди, в мире Дэнди, в мире Дэнди. Привет, дорогие телезрители! В эфире, как всегда, по воскресеньям, а теперь и по понедельникам, умопомрачительная компьютерная спортивная программа «Мир Дэнди». Нашей программе исполнилось 4 года, и сегодня для нас большой праздник. Это видно по нашим счастливым лицам. Опять пленка зажимала. Что за магнитофон такой, а? Спит. И этот спит. И этот спит. А ну-ка просыпайтесь быстро! Что я? У меня же юбилей. Передачи. Ну что можно сказать по этому поводу? А ничего не надо говорить. За вас уже все сказано. Нашу передачу рубрика «Обзор». Это будет 3 крутых игры для любителей оторваться и развлечься. Олег, а ты сейчас ничего не забыл? Ты знаешь, я все время выхожу из дома, и меня достают это чувство. Чувство. На этот раз это серьезно. Стоп! Сегодня будет игра «Бедлам». Игра «Астерикс». Игра «Выхва». Побежали за Тарту! Астерикс и Обеликс снова вернулись. И вернулись шумом и громом прямиком на PlayStation. Теперь игра включает в себя не только бродилку, но и другие жанры. Это стратегия и мини-игры. Причем все, кроме стратегии, трехмерное. Даже супер трехмерное. Играть же можно за двух героев. Не сразу, конечно, но по отдельности точно можно. Игра наполнена юмором, великолепной графикой, мультяшными заставками и подходящей музыкой. А что еще нам надо? Вот и еще один футбол. Это, конечно, не FIFA, но тоже классно. Футбол ведь он и в Африке, и во Франции, и на Гавайях, и в Англии футбол. Встречаются супер и не супер команды Европы. Конечно, это Манчестер Юнайтед, российские команды, Барселона, Аякс и другие. Чемпионы, за которых сможет поиграть любой из вас. А это был Олег Кашин прямо с места событий. И напоследок в рубрике «Обзор» небольшой сюрприз для всех дестройеров, то бишь разрушителей. Битлам. Могу сказать, такое не сможет устроить даже маленький ребенок в своей комнате. Разрушается все, начиная от незначительной пушки, кончая большим зданием. Только я не понял одного, кто же главный герой игры? Кто же устраивает все эти разрушения? Это и по сей день остается загадкой, которую, скорее всего, сможете разгадать только вы, геймеры родного Кёнига. В эфире хит-парад Мира Дэнди. На этот раз он будет посвящен жанру русифицированной игры на Sony PlayStation. Знаете, я так волнуюсь. Чего-то они долго торт несут. Побегу-ка я проверю. Да-да, смотрите, мы сейчас прибежим. Пятое место. Colony Wars Vigilance. Перевод хорош, да гнусавая, а то и временами пропадающая подзвучка портит всю картину.
Четвертое место – «Апокалипсис». Приключения парня с крутой пушкой. Особо здесь нечего переводить, да программисты нашли. Играть можно. Третье место – ОДТ. Более серьезный перевод, чем все предыдущие. И теперь с сюжетом все станет ясно. Второе место – «Приключения живого и прикольного скелета Дэна». С крутейшим переводом студии «Русская версия Мегарус». И первое место. Перевод мистической игры «Акуджи». Эта игра заслуживает вашего внимания. Внимание, внимание. В магазине Roll Sport появились лазерные указки различных видов с большим выбором наставников. Звезды, фигуры, твиксы и так далее. В виде письменных ручек и обыкновенных брелков. Высокое качество проекции, экономичный расход батареек, небольшая цена. Приятно удивят вас. Приходите в магазин Roll Sport на улице Богдана Хмельницкого, 33. Выберите свою указку. Нам уже 4 года. Эй, а где Олег? Не знаю. А торт? Не воду. Что, Яд? Каждое воскресенье на телеканале «Премьер» развлекательная и познавательная программа «Мир Денди». В ней есть все, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости, всевозможные конкурсы и викторины, куча полезных секретов, ну и, конечно же, сами игры. Если вы заядлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то, безусловно, эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10:30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим «Мир Денди». Такой вкусный торт! Я вкуснее не пробовал! Да ну! Ну, очень вкусный торт! Я вкуснее еще не пробовал! Ну, новинки игрового мира! Еще вкуснее! Вот вы их и смотрите! Первая новинка – это No Fear Downhill Mountain Biking. Ух, проговорил. Экстремальный спорт продолжает развиваться. Нас ждет обалденная графика, множество видов игры, 24 трассы на гигантской скорости, возможность игры вчетвером и многое-много другое, что обязательно оценят любители гонок в середине лета этого года. А вторая игра является продолжением нашумевшей в 1997 году леталки от Psygnosis и называется она G-Police 2. Ну что еще нужно говорить? Офонарелая графика, невообразимое количество оружия, гигантские города и, как всегда, разнообразные и интересные миссии. Ну просто нет слов от избытка чувств. Это именно то, что мы ждали. А вернее, будем ждать до июля. Как мы объелись! В чем? Объедемеру знать надо. Не надо знать ее только в играх. Так что сейчас прямиком мы отправляемся играть. Crossfire, как и МД-2. Для тех, кто любит крушить, килить и дестроить. Да. Наконец, и владельцы Sony могут поиграть в нашумевшую на PC игру Crash Kill and Destroy Crossfire, которая принадлежит к очень малочисленному, но очень почитаемому на нашей платформе жанру RTS, Real Time Strategy, или просто стратегия. А в чем смысл стратегии? Выбираешь, за кого играть, строишь базу, развиваешься, добываешь ресурсы, клепаешь гигантскую армию, уничтожаешь всех и побеждаешь. И так почти всегда, с небольшими изменениями. Crash Kill вы можете играть за одну из трех сторон – мутантов, уцелевших или серию 9. Они разительно отличаются друг от друга, и нужно подумать, прежде чем выбрать. Хотя, в принципе, я советую поиграть за всех. Главным и единственным ресурсом в игре является нефть, которую танкеры будут добывать из нефтяных скважин. Чем больше добудете, тем лучше. В игре огромное количество юнитов, и для того, чтобы хорошо играть, придется сначала выучить все их слабые и сильные стороны. Также, если вы хороший стратег, сразу обратите внимание на ландшафт. Их тоже можно использовать для скорейшей победы. В городах прятаться за зданиями, в скалах устраивать засады. Здания у всех в основном похожи, за исключением пушек, и отличаются только по внешнему виду.
Зато вы не найдете схожести в Юнитов. Ну, разве что чуть-чуть похоже. Да что тут говорить, игра многим известна, а кто не знает, тот многое теряет. Но на Sony не очень много стратегий, чтобы пропускать такую игру. Однозначно, Crash Kill and Destroy понравится всем, а кто-то даже назовет ее лучшей в своем жанре. Точно известно лишь одно. Это 100% хит. Не упустите. А теперь традиционная рубрика Help. И сегодня секреты для 5 игр. И не забывайте звонить по вторникам. Апокалипсис. Бессмертие. Во время игры нажмите паузы. Зажмите L1. Далее вниз, вверх, влево, влево. Треугольник. Вверх, вправо, вниз. Silent Hill. Мелодия на пианино. Нужно нажать 5 глухих клавиш в следующей последовательности. Слева вторая белая. Справа вторая белая. Справа черная. Слева третья белая. И слева черная клавиша. Twisted Metal 2. На экране выборе машин нажмите L1 вверх, вниз, влево. Играть за Минона. Вверх L1, треугольник вправо, играть за Светузы. Далее ввести во время игры. Зажать R2 плюс L2, нажать вверх, вниз, влево, вправо, вправо, влево, вниз, вверх, все оружие. И зажать все 4 шифта, нажать вверх, вниз, влево, вправо, вправо, влево, вниз, вверх. Бессмертие. Duke Nukem Time to Kill. Коды вводятся во время паузы. Бессмертие. L2, R1, L1, R2. Вниз, вверх, вниз. Селект, селект. Оружие. L1, L2. Вверх. L1, L2. Вниз. R1 вправо. R2 влево. ОДТ. Во время игры нажмите паузу. Влево-вправо, влево-вправо, квадрат. Энергия. Влево-вправо, вверх-вниз, нолик квадрат. Все оружие. Ах, я уже так объелся этого торта. Олег, может быть, ты будешь, а? Какое будешь? Я ничего не буду, я ничего не хочу. Давай, может быть, за папку, за мамку, за бабку, за детку. Ну, за 4 года мироденьте, давай, чувак. Нет, ты меня не уговоришь. Если я тебе не говорю, то я тебя заставлю. Привет, привет. Сегодня в первую очередь мы хотим поздравить наших друзей, ведущих программы «Мир Дэнни». Ведь их чаду исполнилось уже 4 года. На протяжении 4 лет они знакомили вас с новыми играми, объясняли суть каждой игры, раскрыто множество секретов, паролей. Да и вообще, что бы вы без них делали? Одним словом, с днем рождения, «Мир Дэнни». А мы с вами сегодня как бы откроем школу катания для начинающих. И для тех, кто уже катается и хочет продолжать учиться все новым и новым трюкам. Начнем с самого простого. Поехали! Если вы занимались фигурным катанием или хоккеем, то перейти на ролики вам будет совсем просто. Для всех остальных время, потраченное на освоение нового способа передвижения, зависит от желания и природных способностей. В среднем, уже через неделю регулярных занятий, вы почувствуете себя на роликах достаточно уверенно. Равновесие – это фундамент всей техники катания. Для этого крепко зашнуруйте ботинки, застегните клипсы, чтобы зафиксировать лодыжку. Затем встаньте, слегка согните колени и наклонитесь немного вперед. Спину держите прямо, живот втянут, плечи расправлены. Теперь можете отталкиваться. Сначала отталкивайтесь мягкими легкими движениями, практически двигая только ногами.
затем отталкивайтесь посильнее. Ногу, которой толкаетесь, старайтесь выпрямлять. Теперь уже помогайте немного руками. Только в магазине Roll Sport. Настоящие спортивные очки UVEX. Фирменный дизайн и безупречное качество. Очки UVEX полностью защищают глаза от ультрафиолета. Не бьются и не царапаются. Абсолютно антистатичны. А некоторые модели способны превратить пасмурный день в солнечный. Очки UVEX не искажают реальности. Они делают реальность лучше. Фирменные очки UVEX в магазине Roll Sport. Если вы уверенно катаетесь, начните с прыжков. Для начала попробуйте на траве. Прыгая, обязательно поджимайте ноги. В дальнейшем можете обхватывать их руками. Это называется грэб. Когда едете по улице, перепрыгивайте через небольшие препятствия. Бордюры, крышки люков, выбоины в асфальте. Приземляясь, одну ногу для устойчивости выставляйте чуть-чуть вперед. Старайтесь выпрыгнуть как можно выше. Хорошим результатом считается прыжок на 110 сантиметров. Одежду для катания на роликах каждый выбирает в соответствии с собственными представлениями об удобстве, моде и красоте. Будьте сами собой, независимо от того, на роликах вы в данный момент или в тапочках. Роллерская одежда хороша прежде всего тем, что она просторна, удобна, не сковывает движений. По-настоящему крутой роллерский наряд невозможно представить без широких штанов из прочной материи, слегка сползших на бедра. В магазине Roll Sport новая коллекция штанов всемирно известной фирмы BTL. Штаны как для парней, так и для девчонок. Это модно, очень удобно и стильно. Для настоящих роллеров это вообще находка. Вот и прошло время нашей программы, и нам надо прощаться. До встречи. Пока. Счастливо. Ну вот наша передача и подошла. Без комментариев. До встречи на следующей юбилейной программе. Ровно через 365 дней.